праздник. Спасибо. Шагам. Марш! На него посмотри, да, это вот можно. Мы присутствуем при событии открытия аллеи, которая увековечит, я уверен, на десятилетия, на века память о тех, кто добыл славу нашему великому государству. В спорте, поднимая флаг и заставляя подниматься всех под гимн Советского Союза, под гимн России и аплодировать победам наших спортсменов, победам нашей страны. Я хотел бы поприветствовать, сегодня на нашем торжественном мероприятии присутствуют, к сожалению, немногие, но отдельные олимпийские чемпионы, которые сегодня, я думаю, посмотрят на те портреты, которые нарисованы, и курсанты, и офицеры, и гости нашего института увидят воочию тех победителей, которые запечатлели себя на века. Поаплодируем олимпийским чемпионам! Еще. Да, вот, один, второй. Давай, девочки, спасибо. Мы, наверное, должны быть счастливы тем, какое внимание сегодня уделяется физической культуре и спорту со стороны президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы не понаслышке знаем, какое внимание уделяется руководству Министерства обороны, совершенствованию физической подготовки, спорта в частях и подразделениях вооруженных сил. И, наверное, главнейшая задача вас, кто учится и кто по завершению обучения пойдет в войска, вот этот вот дух здорового образа жизни донести до каждого военнослужащего наших вооруженных сил. Медалью за воинскую доблесть второй степени полковники Жук, Кириченко, подполковники Абрамов, Горохов, Грачев, Доценко, Зайцев, Новиков.